Сидим мы такие на диване, отдыхаем, вообще имбово. После долгих трудов, как вдруг мне пришла гениальная идея улететь в космос. Всем привет! Сегодня будет еще одна битва строителей, в которой мы будем строить гоночную машину. Давайте начинать. 7 участников уже на сервере. И сейчас я запускаю огромный салют, и мы начинаем. Разбегайтесь по командам. Ладно, запускаю салют, как обычно. Нет, я. И мы начинаем строить. Давайте. Компоточ, это моя команда. Нет, моя команда. 30 минут прошло. Я начинаю смотреть ваши постройки. Начинаем с пирата. Так, что же ты построил за первые полчаса? Крутое колесо, это недоделанное. Знаешь, это знаешь, на что похоже, когда Акаций строил танк, и он просто строил корпус 2 часа, и потом не знал, что ему делать. Ты хочешь его судьбу повторить? Да, я хочу, чтобы из колеса тоже сделали мем. Из стручка же сделали мем. Я тебя не возьму на следующую битву строителей, если ты собираешься помогать меня, мемы. Ты что, злой, что ли? Вот так. Но тебе комбо X2. Злой гусь. Ты злой? Здрасте. Почему ты всегда говоришь здрасте? Блин, какая красивая у тебя как машина. Как поднять настроение человека? Зачем я делал круг, когда можно было просто под 45 делать? Блин. Не мешайся, ух. Я не мешаюсь, я только помогаю. Я мешать не умею. Только у меня, для меня мешать это помогать, а помогать это мешать. Так, Сондер. Сондер, ау. А что ты мешаешь? Тебя не слышно. А, или тебя не должно быть слышно. Ура, Сондер заговорил впервые за полгода. Впервые слышу голос Сондера. Что это такое у тебя, Сондер? Я пока ты сам... Построю, а ты, короче, строишь колесо, колесо, колесо и колесо. У тебя оригинальная идея и крутой декор. Ну, мы посмотрим, что у тебя получится. Все еще впереди. А я обычную машину строю, если честно. Кот, ты что построил за эти полчаса? Я что, со стенкой разговариваю? Сначала я поставил раму и колесо строю сейчас. Ого, ты колесо полчаса строишь, серьезно? А, ну рама у тебя, да, прикольная. Но не в этом суть этой игры. Дальше, у нас Оливка. Привет, что ты там у нас строишь впервые на битве строителей? Да. Как, прикольно или не прикольно? Ну, в данный момент, получается, делаю как бы корпус, а потом я буду все глазу. Вот знаете, у кого оригинальные машины? У меня. Не у тебя, у тебя вообще не оригинальные. Я пошутил. Оригинально у Сондера в первую очередь, и у тебя во вторую очередь, у Оливки. Но сейчас еще этот желтая команда, и потом я посмотрю. Кстати, и Вики Лопа тоже впервые на битве строителей. А у меня оригинальная? Я делаю картинг. Нет. Ну я вообще как бы пытался вот прошлый. Ну пытался. О, у тебя прикольная машина получается, кстати. Вот, блин, все квадратные машины делают, а я зачем-то круг целый делаю на машине. Ну ладно, сейчас я покажу свою машину, которую я так ненавижу. Из-за того, что все такое простое делают, а я вообще какую-то заморачиваюсь над одним. Короче, у моей машины есть буст ускорения. Это не красные ускорители, а специальная навеска на колеса, с помощью которой они могут двигаться быстрее. Ну ладно, подробнее потом узнаем. И вот тут у меня вот как раз таки вот этот круглый корпус. Только вот, блин, вот на это я потратил все время. Ну ладно, вернемся к записи через полчаса. Я пока хоп-хоп тут делать свою ерунду. Так, полчаса прошло, и я начинаю смотреть, что у вас получилось. Так. Что сделал пират за это время? Ау, ты что строишь? А Формула 1? Да. Ну, это уже прогресс, ни одно колесо. У тебя не будет стручка 2.0. Круто. Гусь, что делаешь? Колеса пытаюсь. Ой, какие колеса это делаю? О, механизмы? Покажи-ка. Да. У меня самая тупая машина. А что это, покажи, как работает? Ты а, двери, я понял. Гусь делает механизмы. Сондар,
Ты что там определился с тем, что у тебя за машина? А что ты потратил свои полчаса? Так, а что изменилось? А, вот тут это добавилось. А, сейчас. Так, а, вот это? У него что? У тебя машина на гусеницах гоночная? Блин, жесткий. Ну, посмотрим, как... Жесткий челик. Сзади огромное колесо, которое будет убивать всех, а впереди гусеницы. Жесткий. Самая оригинальная машину... гоночная машина. Я вижу машину оливки. Что ты строишь? О, покажешь, как эта штука едет. Поехал, давай. Погнали. Ладно, кот делает механизм. Сейчас, кажется, все на этом этапе делают механизмы, кроме меня. Потому что... Декорный. Так, красная команда, это кто? Да, оливка. А, это оливка. Кто у оливки получается? Формула-1, да? Больно. Да. Очень похоже, кстати. Сейчас захожу в желтую команду, где Вики Опа. Кто у Вики Опы? Вот, сделал крышу машине и декор. Так, ну и осталось только я. А Лизаргуч я даже не знаю, как будет показывать. Я загружаю свою машину. И я делал целый час вот эту круглую штуку, и я ее удалил, потому что она у меня не получилась. Вот. Поэтому я начал все заново, и у меня мало прогресса. Короче, я просто взял и выбросил то, что делал целый час. У меня не получилось. Так, начинаем смотреть ваши постройки. Пират, что у тебя за эти полчаса появилось? У тебя уже машина готова, что ли? Блин, тебе реально просто раскрасить и все, и еще все такое красивое. Ну, посмотрим. Гусь, злой. Здрасте. Я пытаюсь поставить колеса, но не влезает. Что ты сделал за эти полчаса? Как я помню, прошлые полчаса у тебя была только кабина колес. Сейчас ничего тоже... Стоп, а что это за сзади ускоритель какой-то? А? Прикольно. Ничего. У тебя один большой, а у меня два маленьких. О, дальше, Сондер, кто у тебя изменилось? У него колесо, а впереди еще гусениц. И еще он, ну, он сейчас механизмы корректирует. Ну ладно, забыли. Корректирует. Кот, у тебя что изменилось? У тебя 8 колес у машины? Нет, 4. Это что делать? Я делаю картинг, вот я раму сделал. А, ты сейчас делаешь машину саму. Ну, ты знаешь, как мало у тебя времени осталось? У меня всегда мало времени остается, привык. Да. У Вики Опа тут, ну, машинка как машинка, я не видел, чтобы особо что-то изменилось. Теперь моя машинка вообще. У меня много чего изменилось, но, как это я уже и говорил, первые час я тратил на вот эту круглую штуку, которая у меня не получилась, и поэтому я сейчас за полчаса быстренько сделал вот это. Начинаем смотреть гоночные машины. Кто хочет первым начать показывать? Какой злой? Я хочу, потому что мне надо первому уходить. Давай, капитан, показывай, что ты там понастроил. Загружай, пират. Мутнов нету пока, не успел, визуал только есть, но все-таки есть. Ну, колеса очень красивые, вот тут везде детали такие сзади тоже. Крутая машинка вообще. Не совсем. Только знаешь что, ты мне стульчик не поставил. Давай сейчас поставлю, поедем. Далеко едем? Ну, это летающая машинка, я на моторах делал, на. Давай, пойдем. 11. Ну, такая машинка, она умеет летать, а ехать может? Ехать нет пока что, я же не делал механизм. Значит, твоя машина умеет летать, но не умеет ехать, да? Значит, это не машина. Нет, ну это машина, но не машина. Так, первый показатель. Сама машина красивая, очень классная. Понравилось внешний вид. Сама машина прикольная, красивая. Она умеет летать, но есть один минус. Она не умеет ехать. Это огромный минус этой машины. Она не умеет ехать, только летать. Эта машина может хорошо, быстро перемещаться. Она очень красивая по декору, вот колеса это. Но большой минус, что она не умеет ехать. Ну и больше механизмов ничего нету. Вот такая машинка. Декора, да, реально много. Старался, видно. Есть один минус. Два минуса даже, не умеет ехать, и второе то, что мало механизмов. Но декор очень классный. Кто хочет еще показать свою машину? Ого, ты там. Еще один плюс, эта машина умеет билд-а-бот проходить. Кто хочет загружать машину свою дальше? Так, машинка оливки. Тоже Формула-1, да? Да. Сразу видно, декора маловато, не старалась над декором, да? Ну, посмотрим, что тут в механизмах. Может, я подумаю в своем решении. Где стульчик? Это что, только для петухов машина? Лис у меня угнал машину, как обычно. Ай, теперь еще задавил. Ну, блин, лисы не исправляются. Есть вторая передача. Так, а, ну давай сейчас. Зачем ты прозрачность включил? Ну ладно. Лицо. Вот, получается, тут на сервоприводах прикольно, да, это сделано. Так, есть Е и Р.
Также есть кнопка для включения второй передачи. Вот, обычно, при обычной передаче я вот так просто езжу, вот так. А при включении второй... Сейчас я ее включу. Машина начинает ехать гораздо быстрее. Это очень пригодится для гонок. Ну, что я могу сказать? Плюс этой машины то, что есть функционал. Типа, можно переключать передачи, а также, ну, ускоритель. Я не знаю, как это сосчитать за плюс, потому что их 5 секунд поставить. Ну, а так-то тут мало декора довольно. Это большой минус. Вот смотрите, у пирата много декора, но нет механизмов. А у тебя есть механизмы, но нет декора. Эх, надо будет в следующей битве строителей делать команды, чтобы была первая команда, вторая команда, третья. Ого. Кстати, ее гусь испортил. Гусь, вот все, что попадает в твои руки, оно портится, ты знаешь? Ух, я следующий. Давай, гусь, показывай свою машину. Я уже съел. Я уже обожрался этими конфетами, ты чё? Супермужицкая машина. Ты знаешь, от тебя воняет фиолетовой жижи. Я знаю. Так, это розовая машина, ты чё? Ты ж сам сказал. Ты просто сказал, какой цвет покрасить. Я сказал, ну, розовый. Я же не в этом смысле. Так, ну, из плюсов. У этой машины открываются двери. Это круто. Ну, тут просто сервоприводы. Это как-то простенько, не особенно. Ну, ладно. Лис, можете одолжить машину на обзор? Что тут у нас еще имеется? О, крутится руль. Тут, да, это круто. Тут крутится руль, это еще вот так прикольно, вот смотрите, вот тут руль крутится, это тоже большой плюс. Но... Куда без меня? Без гуся. Если нажать на F, то можно... А что будет? Ничего не делает. Нажми там на рычаг. А, я понял, ты типа хотел сделать механизм. Так, если нажать на рычаг, то мы будем двигаться с той же скоростью, как и обычно. Короче, добавляется ускоритель, который немного нас ускоряет. В самой машине очень-очень-очень мало декора. Вот так скажу. Ну, именно во лбу тут какая-то странная вообще-то ерунда происходит. Но сзади огонь, да, это прикольно придумано. Ну, в машине тоже тут неплохо так механизмов, но мало декора. Та же ситуация. Но, думаю, в этой машине довольно много механизмов, потому что даже руль крутится. И двери открываются. Дальше у нас будет кот со своим экзоскелетной машиной. Это картинг. В смысле? Ну. Хороший картинг. Вообще замечательно выбрасывает все ухо подряд в космос. Блин, у меня ничего не гает. Дадите мне картинг, Сондер, ты на каждой машине гонял, ты знаешь? Так, ну такая машина тут сразу видно, есть декор. Ну его не прям уж так много, если так сказать. Это картинг, там крутится руль. Ну, на колесах есть. Кресло, да, немножко слабенько сделано. Тут крутится руль, и именно он не перекручивается, как это было только что у гуся, а он просто наклоняется на сервоприводе, и это классно. Типа, он не может перекручиваться вот так. Также тут есть колеса кастомные, которые реально поворачивают, и это очень большой плюс, потому что ты успел сделать свои колеса, которые еще поворачивают и ездят. Ух. Ну посмотри, и декор под машину, есть немножко. У нее рама круглая. Да, я смотрю, рама круглая. Это тоже большой вот, плюс. Я могу механизм. Твоя показать, машина очень классная. Давай я механизм покажу. Ну, если хочешь. Может, тоже розовая, да, все. Да. Ну тут просто, если честно, колеса и поршни. Но это да, настраивать надо долго. Так, кто у нас следующий? Давай Викио погрузим. О, а вот и твоя машина. С самой машины есть красивое стекло вот тут наверху. Также лоб тоже очень красивый. Тут много чего есть, вот. Тут наклоны есть, сзади тоже. Такая машина. И все это работает еще на плоских колесах. Типа тут есть сервоприводы. Ну и, конечно, как и каждая машина, она умеет летать. Вообще круто. Ну, типа такая обычная машина, и это очень круто. Тут даже вроде бы подвеска есть. Ну, для гонок то, что надо. Так, ну, теперь мы будем смотреть машину Оливка, наверное. Ну, из плюсов то, что тут есть декор и механизмы. Так что у этой машины нет минусов. Ну, тут всего помаленьку. Тогда остаюсь только я, и потом Лизаргучу зовем. Ну, давайте сейчас посмотрим мою тогда. Ну, у меня такая машина.
Тут просто такой неон в виде декора, потому что вон ту штуку я целый час делал, которая лежит слева. Но так ее не доделал, поэтому я ее выбросил и все. И потерял целый час. Так, дальше тут есть такое стекло под наклоном. Ой, что это? Дырка какая-то. Передний лоб вот такой прикольный. И также вот все такое. Ну, тут есть механизмы. Декора, да, согласен, тут очень мало. Тут просто я какую-то неоновую машинку сделал. Но если вот нажать на эту панель, то открывается дверь с особой анимацией. Вот. Она типа выдвигается и вот так поднимается. Теперь можно сюда зайти, нажать еще раз, и она закроется. Вот так, оп. Так работает с каждой дверью. Тут есть система передач также. Она... Вот, смотрите, вот. А вот обычно, блин, кто там что-то сделал? Не портите машину. Ой, лиса раздавил, прости. Ну, сейчас, погодите. Кто дверь открывает? Гонит она прям... Ой, что это там, я врезался. Кто-то невидимое что-то поставил, ладно. На этот случай, если машина перевернется, у меня есть опасная кнопка, которая запускает ее в космос, но с шансом каким-то она перевернется обратно, вот. Ну и такая машина простенькая вообще, которая может летать. Ну, вот сейчас я нажму на кнопку, как дверь кто-то открыл. Зондер, мы про тебя совсем забыли. У тебя машина на огромном таком шаре. Это дичь. Ну понятно, что это дичь. Тут впереди такой типа как на снегоходе, вот такая, такой поворотник, типа тут все круглое. И огромное колесо. Ой. Две лепешки сделал. Огромный шар, который сзади крутится, и тут впереди такой типа для льда. Короче, просто дичь. Ну тут есть огромный шар, который крутится, это тоже большой плюс. И также сама идея этой дичи тоже прикольная. Ну и так-то все, она может просто ехать. Что же ты за машину такую крутую построил, которую мы ни разу не смотрели за все это время? Оу, это ты построил за 2 часа? Да. На другом сервере. Если ой, честно, я пока что тут ни одного минуса не вижу вообще. Так. Можно я пока мне... вот не успел сделать. Вот руль крутится, что... Мне можешь доверить эту машину? Ну, мне пока что не води, потому что я сам еще не водил. Просто посиди. Mm-hmm. Так, получается... Так, сейчас. Декор. Тут очень много декора, вот эти наклонности, вот. Тут очень много их. Детали двигатель, вот такие. Смотри, двигатель. О, над двигателем вообще ты... Блин. Сколько там деталей в двигателе. Вот тут еще трубы такие. Колеса кастомные. И даже поворачиваются. Ты... Кот за 2 часа сделал просто кастомные колеса. Ты сделал кастомные колеса, двигатель, машину. Можешь покататься? Ну дай мне, я сам не катался еще. Ладно. Тут вроде еще должен быть супербыстрый механизм колес, но я не знаю, работает ли он. Садись. Тебя поставил стульчик. Ура, я думал, меня тут оставят. Поехали. У этой машины просто я не вижу ни одного минуса, только плюсы. Не, ну нету минусов. Мне кажется, самая крутая машина. Ну и на этом будет заканчиваться эта битва строителей. Ставим лайки и подписываемся на канал. Всем пока. Тебе конец. Да тебе конец.